Доброго времени суток, дорогие друзья и любители видеоигр. С вами Макай Резидон и Джонни Донт. Мы играем в Team Fortress 2. Хуинская серия, я бы так назвал. Ну, погнали. Чё здесь? Ну, карта уже другая, поменяли. Бля. Тут нужно захватывать точку, я так понял. Да уж. Так, короче, магия Эйдж, да? Угу, аж. Так, попробуем. Но если она у тебя есть, ты должен собирать для этого. А, здесь нет, здесь другое. Короче, здесь нет магии. Можешь не нажимать. Это на предыдущей карте было. Так. Явился, подожди, что-то там написали. Кто-то явился. Ох, там какой-то зеленый бегает. А где? Бейте его, быстро бейте его, да насрать на друг друга. Давайте, бейте его, урон наносите ему. Офигеть. У него что-то очень мало. А, вот, я его. Надо его прям убивать сейчас. Сейчас без разницы на друг друга, именно ну, его. Пропал. Не, погнали дальше, ищем его. Мы друг друга убить не можем в это время, по-моему. Надо патрончики взять. Потому что я бью, короче, и... Вот, ну, бьем его, вот. О, у меня показали, мы, конечно, зайдем второе место. Мне тоже, да. Мне, я на пятом, что ли? Ну, а ты на третьем сплошь. Сейчас, блин, меня убили вообще. Совершил роковой полет, он меня подбросил, и я умер. Я на седьмом вообще. А где он? Где он, где он, где он? Скажи мне, где он? Ну, я на седьмом, да вон он бегает где-то, я не знаю. Он где? Там ящики какие-то здоровые, блин, интересно. Давай, погнали, половина жизни уже есть. А, мы его должны все мочить, то есть, как мы все за одну команду. А мы друг друга не сможем сейчас убивать, ноль урона, поэтому без разницы. Сейчас мы за одну команду против него, типа, как все. Убивайте. Блин, я на седьмом месте, короче, я мало не нашел урона. На пятом. Меня убил. На маразмус. Маразмус. Он там какой-то один на 6000 уже заработал. Да, да. Но это я не знаю, это как надо совсем может быть. Маразмус. Он что-то призывает кого-то, он с книжкой. А у него все осталось мало, все, сейчас его загасит, короче. А ну он кого-то молит. На третьем. Твою мать. Я на третьем месте. Все, его мочканули. А, не убили еще. Ну, где он? Я тоже не знаю, все такие уже опа, блин, решили друг друга поубивать. Я на третьем месте, а когда у меня 4000 урона. Я его не вижу. А, вот все. Все. Отправился домой. Я на третьем, зацени, крутка. А я на девятом, потому что меня заглючил. Блин, круто. Ну погнали, и главное, знаешь, вот это он исчез, такие все сразу начали. Сразу начали да, против. Да, сразу я даже не успел очнуться быстро. Ну, продолжаем обычную игру. Мы пока ведем. Нет, мы же синим проигрываем, значит. Это плохо. Что-то меня глючит. Тас. Я, короче, с медиком подцепился. Ну, я за тебя бегу, погоди. Давай, давай, со мной быстрее, погоди. А смотри, здесь теперь пишут, кто вступает в игру, какой город написан. Красавцы. Блин, я на красных нарвался, нужно их убить. Давай, врывайся, убивай. Ну, убили. Там опять чувак сейчас тут вылезет, маразмус. Опять? Да, зеленый. Прикольно, блин, а мне понравилось его убивать. Опять. Опять сейчас поубиваем его. Это такие веселые. Разнообразие. Разнообразие в игре. Я бы сказал. Так. Что, где он? Нас что-то команда все покидает. Ну, мы проиграем вообще-то. Если что. А там спайк это был. Да, блин, откуда? Перезаряд.
У меня что-то игра вообще лагает жестко, что не могу понять, что за тема. А у меня тоже притормаживает. Что мне, у меня прям вообще, я не могу. Прям вообще лагает. Ну тогда не знаю. Что такое? О, явился. Его пока еще никто не тронул. Давай, сейчас тронем. Да, опять, ну. Ну ты что, на паузу поставил? Играем. Так, подожди, здесь еще, короче. Опять этот зеленый здесь где-то. Блин, нет, зеленого все нет. Все пропало. Так, я за синий играю. Главное не забыть. Ты так сильно здесь бегаю? Раз бегал все равно на эти Давайте посмотрим, на кого я бегаю. Подрывники меня убивают. Я вижу, ну они да, закидывают и взрывают. Да ща, хорошо. Что такое? Ну что-то убили. Что-то убили. Так я не понял, что-то убили. За мной подрывник. Ой, поджигатель бьет. Блин, уже мы просрали, походу, вообще всплыли. Ты еще живой? Да. Двоих. Ну, теперь я убил. Он умер. Короче, мы завоевали точку. Вот там что-то происходит. Опять чувак появился какой-то. Не знаю, я какую-то фишку взял. И я теперь бессмертен. Да ладно. На определенное время, да, походу какая-то защита. Вон, смотри, видишь, такая огромная карта. Вот ее берешь. Становишь. Вот он появился. Он меня сразу... Мочканул тебя? Нет, почти пытался все. Я его сейчас мочканул побыстрее. Да он тут всех, короче, он каким-то бомбами забрасывается. Я 900 урона успел нанести еще. Он умер пропал, да? Ну, Маковеливдон на третьем месте. Угу. 2200. Давай, добивай его. Где-то там сейчас. Вот. А, меня убили. Жалко, сейчас, небось, ну, даже последний момент не... можно набрать. Да сейчас не обгонят. Да, нет, тебя обгонят сейчас. Они просто быстро. Я и говорю. Да. Чё такое? Чё-то какие-то появились, тау какой-то, что-то появились. Какие-то грабли. Да, я тоже вижу. Думаю, что это? Так, ну где он? Я готов. Вон он, вижу. Так он где-то в жопе, вижусь. Да, я на пятом месте, сейчас надо подняться мне. Он меня взял в воду, поднял. И у меня на голове какая-то фигня. Надо к нему тащить свою бомбу, офигеть. Тащите свою бомбу к мира вот этому. Давай, добивай. О, на втором месте. Опыт можно заработать очень много. Эй, мне опытает урон. Где он? А вон он. Там.
Я на шестом пока. Смотри меня, посмотри, посмотри, где я. Ты на втором вообще пришлось. А у меня закончились патроны в самый последний момент. У меня тоже закончились. Представляешь, таблом-то был. Я где он, где он, где он? Нужны патроны. Надо последний урон ему нанести, я его не вижу пока. Вон он. Вижу, вижу. Выходи. Ну вот. Все, я третий, нормал. Нормал, да. Теперь пошла война. У нас осталось 27 секунд. О, опять. Опять сейчас появится. Блин, жалко. Мы же его только убили. Блин, я опять провалился в эту... в дыру. Попробуй провалиться. Ну, зачем, зачем? Какая тема вообще? Это? Нищий. Так, какой-то нищий. О, а чё все так летают? Скажи, пожалуйста, на... ты зашёл... Макавелли Дон Ран. Смотри, мне какой-то чувак написал. Макавелли Дон Рак. Ты рад, короче, ты видишь, как мы взлетаем все? Чай ему ты напишу. Видишь, как мы летаем, блин? Ты глянь, тут мега прыжки. Как ему написать это было? Не знаю, как мы короли в мирах. Что ему написать? Иди в доту, да. Не знаю. Иди в дотку погамой. Еще Азазана. Молчирак. Молчирак. Ой, школота ты, господи. Иди, первый раз. В эти места не хватило. Но. Говорит, там может молчить что-то. В чё за дыра? Подожди. Да, вот то провалился, умрёшь сейчас. А, ну пошли со мной. А нет, я уже был. Ну там есть лечилка, если. Вот, смотри, я по центру дыры. Подходи ко мне. Воу-воу-воу-воу-воу, что за фигня? Куда я лечу? Что за демоны? Там сейчас умрёшь. Я уже понял, ну прикольно было. Мне понравилось. Тула, смотри, пишут города какие. Реально, где? Да, я вижу. Круто. Эмоции. Кого в яму скинуть, этот, который тебе помнишь писал? Скинься. Скинься, напиши. Скинься сам. Сакам. Скинься. Сакам. Скинься, сакам. Нет. Не, главное. И ты медик. Себя не хочу. Не чахаю. Не хочу. Не хочу. Не хочу. О, опять этот мир. Как его зовут? Маразмус. Маразмус, блин. Маразмус. Маразмус. Ща я приду там, мать камень. Да он вообще офигевший. Че? Не один раз он бомбу на голову надел, говорит, типа, беги к нему. Вообще не. Кто сказал? О, мне написали. Я не понял вообще, че. Пел шут. Мазафак. Че, 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 че там? Так, у меня 32 хп вообще. Давай, чувак, где он? Ну, посмей меня. Понятно, меня убили. Я на пятом месте. На шестом, на четвертом. На каком-то еще. На четвертом. Последний патрон остался, сволочи. У меня нет патронов, короче. Я к нему в рукопашку сейчас пойду.
на пятом месте. О, он что-то достал. Он опять сейчас вызовет этих демонов. Да пропустите вы меня, давай. Что-то я застрял, не могу ничего делать. У меня маразм. Бомба разбросал, бомбой, да. Бомба из муки. Меня тоже, я на девятом месте. Чё тебе глаш первое? Молодца. Чё тебе глаш? Выпендрилась. Глаза, мух там, и тетя Глаша. Так, погнали, он мы с тобой, кстати, вдвоем. Через уйдет, через 30 секунд он уйдет. А где он? Чуваки. Уйдет, уйдет. Мы сам его сами покончим, блин, уйдет. Где он? Вон он, надо идти. Я на восьмом месте, может, догоню. Я на девятом, как бы, у меня шансов там занять. Ну, выходи, походу, я тебя не боюсь. Иди сюда. Ой, у меня что-то кинул в меня. Бомбу кинул. Блин, что делать? Да знаю. Тащите свою бомбу к маразмусу. Подожди, я не тащу. А он тебя, знаешь, что он тебе сделает? Он тебя, вот, ты увидел. Он тебя прикончил просто. Здесь начинается такая неразбериха. Да, да, да. Сразу все не понимают, что делать, что происходит. На тап посмотри, где мы с тобой находимся. В жопе в самом. И ты еще и умер. У меня хоть 9, а не 7. Ну мы же играем по фану. Да что-то не идет игра. Задроники, да-да-да. Отговорки лузеров, да? Мы сколько не играли, я не месяц 3 не играл. Я так не понимаю. Блин, надо было Dead Island записать, я же тебе говорил. Запишем, если мы просим. Надо всем советуем поиграть, короче, в Dead Island. Первый. И во второй тоже. А потом во второй, но мы пока еще не начали. Но будет обязательно проходняк. Мы первый, да? Короче, запишем, ебать. После этого начнем сразу второй. Так сказать. Мы его уже прошли, как мы будем его записывать, объясни-ка мне. Я поставил тебя в тупик, да? Своим вопросом. Не, мы, ну, будет проходняк же в Dead Island 2. Да, будет. Серии будет. Ждите, ребята. Потом, может быть, устроим с Алексом и с Брейном проходняк вместе. Если, конечно, мы захотим с ними записывать. Я промолчу, так скажу. Если они посмотрят видео, пусть знают, что мы не против с ними записать. Да-да-да. Имеют в виду нас, да. Куда наступит мясо? Че ты солдатом играешь? Попробуй каким-нибудь другим. Ну, мне волн, солдатом нормально. Ты знаешь, тут как бегаешь, что-то стреляешь, тут вообще пофиг, по-моему, какой класс. Просто, ну, как бы не стоять на месте, как повезет. И все. Так, четко призрачный подарок, таинственный появился где-то здесь. Надо его забрать. Можешь спай взять, попробовать всех пожести. Ну, здесь трудно, здесь тебя могут задеть шальную пулю спокойно. То есть тут просто так пройти не удастся. Сразу было. А если там пойти? Вот там, конечно. Ты где ещё минигончик? Я умер. Блин, турель твою мать. Блин, нападают троём сразу. Алекс тебя убил, Алекс, вот ты про него начал говорить, он сразу тебя убил. А его же не так зовут там? Нет, Алекс Плей, я просто шучу. Как его зовут там, Алекс Плей? Ну как-нибудь Алекс там, Плей, что-то не знаю, Play, он рандомно вообще делает. Чтобы его не запалили. Ну да. А Брейн, брейндит все время. О-брейндит, он иногда о-брейндит. О-брейндит? О, ну типа да, о-брейндит, типа. Типа секс. Ладно, мы с тобой отвлеклись от игры, давай сосредоточимся, а то по статам что-то. Хотя мы не последние, даже не предпоследние. Да ладно, я, статы ничего не решают. Главное так надо. Главное так. Просто войти поиграть, да? Не, ну я понимаю, что повеселиться. Мы же играем по фану, не просто. Опа! Маразмус. Чувак появился. Это как маразм, только маразмус. Маразмус. Выбор карты. О! Да, выберем вторую. Правильно, не знаю, как F2, я тебе говорю. Нажимай F2.
Он здесь появился, ну, рядом со мной. На третьем прям. Месте, на третьем месте я. Мало. Это я просто только возродился, я даже не успел. У вас тут бомбы на головах, что только нет. На третьем месте. Сейчас обгонит, наверное. Пока я возрождаться буду. Ну вот именно возрождение здесь очень долго, вот единственное, что. О, да. Парень появился. Вот единственный минус этого сервера, что очень возрождается. Следующая карта ЦП Манора. Да, красавцы. Мы выбрали. А что за карта? Такая? Другая карта будет прикольная, надо какая-нибудь. Посмотрим. Где он? Да вон. Это... Я на 14 месте, я пока возражал, все просрал, короче. Поэтому. Он бомбы разбросал. Сваливаем, сваливаем от бомб. Поздно, я уже свалил верно. Давай, давай, второе место наберем, нет, третье будет. Третье у тебя. Хотя бы третье оставь, и вообще норм будет. Все, и третье у меня. Yes. Красавчик. Маразмус ушел. Теперь у меня патронов он нет. Он удалился домой. Не на время, да? На время. Удалился. Я побежал за патронами, чувак. Чувак. Опа, опять что ли? Откуда я знаю? День? Я надеюсь, что нет. Я в это верю. Он стучит, колокола звонят. Стучит колокола, звонят. А, звонят. А меня кто-то убил опять. Где подарок появляется? Колхозный парень, пришел узнать. Где подарок появляется? Где подарок, обещан подарок? Когда я регистрируюсь, мне обещали подарок. Зачем я скачал? Мне нужен подарок. Не нужен тебе подарок, чувак. Сам как подарок. Играй тебе подарок. На базу сбегать быстро. У тебя что-то пинг сильно большой, 69. Да, мне норм. Будь здоров. Это вырежьте, пожалуйста. Стой, стой, с какими. Пожелание, да? Так, давай, этот вот так конем, так конем, так конем. А, меня убили. Туда не вариант идти. Куда, туда, ты вообще... туда, куда я шел. О, сейчас опять этот чувак появится, наверное. Так понял. Добью чуток. А с какой он периодичностью, как думаешь, появляется? Я вот там не знаю. Вот, сейчас появится. Появится? Давай, сейчас должно появиться уведомление. Надо сразу, что Маразмус появился. Маразмус. Да не убивай ты меня, дурак. Так мы договорились врагу. Такой не убивай меня. Красный, урода. О, надо эту карточку взять. Она что-то даст. Хотя надо отойти, он здесь появится, короче. Надо. На нашу контрольную точку. Во, призрак идет. Где? Че? А-а-а. Где? Я не вижу ничего. Маразмус. Уровень 2 явился. Маразмус, погнали. Где он? Все, сразу надо его этими уроном. Фига он подкинул меня. О, я как раз на крыше остановился на крыше. А, меня убил он. Что-то он жестоко. Я на третьем месте, смотри, быстрее. Видишь? Да. У тебя обгонит сейчас. Пытаюсь, я изо всех сил реально пытаюсь. Да, а, там блин, больше блин, чуваком. Мне это у меня бомба на голове, надо срочно к Маразмусу. Блин, говнюк, дай мне. Во, гашу его. Не, норм, кстати, я на четвертом, да. Я на четвертом месте. Но у меня один патрон остался. С патронами тут вообще жопа.
Беспросветный жоп. Ну и где он? Пойдемте в рукопашку, чтобы бороться. Отойдите, дайте бате пройти. Пока он это оглушен, надо его убить. Ну сейчас. Такая вся толпа ринулась, да, дальше. Сейчас бомбы пойдут. Бомбы пошли. Бомба меня убила. Не, меня вроде не убил пока. Но я убил, вот. О, я получил хэллоуинское заклятие. Трупный треп и разведчик. Да, вообще вот. Ай, меня убили. Ну что, продолжаем веселиться на сервере, посвященном Хэллоуину. Он появится сейчас, короче, ребята, готовьтесь. Просто готовьтесь. О, появляется. Вот. Рождается. Я родился, да? Что-то у меня ускорение какое-то. Ты не заметил? Нет. Ускорение, реально скорость такая. Да, ускорение сейчас. Блин, меня убили. Да, надеюсь, не убьют меня до него. Просто появись быстрее. Парень, я не хочу, чтобы меня убивали. Да? Что-то он долго появляется. Да, ее убьют уже 10 раз. Меня убили, блин. Прям перед ним стопудово. Жалко. И исчез, короче. О, он появился. Вот он явился. Он с каждым разом все круче и круче. Скиллы, скиллы. А, скиллы. Так, надо как-то его по-хитрому сейчас. Опыт нет, надо по-хитрому, блин. Какой хитрый, смочи его просто еще. Бомба, бомба. Чё вы там делаете? А мы играем в Team Fortress 2. Опачки, какой человек появился. Причем записываем. Мы записываем. И ты попадёшь. Вы ставишь популярный Диман. Да, да, да. Поедешь на Дом 2 и построишь свою любовь. Построишь свою любовь. Диман сразу вышел как-то. Струсил просто сразу. Не, поехал собирать вещи. Моя жизнь не прежняя, да? Не, ребят, я с вами на Дом 2, я с вами не поеду. Чё, школота, завтра в школу. Господи, это мне говорит человек, который уже не идёт. Диман школьник. Запись пошла. А Егор Траклс. Ну где раз, два, три, твоему? Я уже записывал. Раз, два, три. Где раз, два, три, да? Раз, два, три. Ну, короче, всё, раунд. Ладно, все, на этом все. С вами был Джон. Джон Дон, Диман. И Кармак, да. Кармак. Всем до новых встреч.